48 часов. Именно столько времени дали студентам для выполнения задания на финале Всероссийской Олимпиады «Я профессионал по робототехнике». 20 студентов из университетов России прошли все испытания и вышли в финальный этап, который в течение 3 дней проходил в ДВФУ. Задача, которая была поставлена перед лучшими молодежными инженерными умами, запрограммировать один из самых популярных типов промышленных манипуляторов – роботизированную руку с 6 шарнирами. На экране код, который должен сложным образом предсказывать траекторию мяча по данным с системы компьютерного зрения. Но сложным образом он не справляется, поэтому от него остались рожки да ножки, которые на самом деле работают 6 строк. И вот, видимо, с ними я буду выступать. Согласно заданию, участникам предстоит научить механическую руку играть в нестандартную и очень зрелищную игру, совмещающую элементы спорта. Чтобы облегчить работу участникам, сотрудники университета оснастили аппарат глазами, видеокамерами, и дали им в руку ракетку. Чей киборг окажется более ловким и быстрым, решит финальная битва по олимпийской системе. Это действительно была сложная задача, нам неизвестны решения, по крайней мере, в России. В целом же продемонстрированные участникам знания могут быть применены для решения широкого круга современных задач. Здесь и техническое зрение, здесь и кинематика, и динамика, и высокое быстродействие, и элементы искусственного интеллекта. А по что это адаптировать, это уже дело техники. В 2019 году Олимпиада «Я профессионал» впервые проводится по направлению робототехника. Эта инициатива принадлежит Дальневосточному федеральному университету. Предложение оказалось популярным. Только в отборочном этапе приняли участие около 5000 учащихся и выпускников вузов России и стран СНГ. Поставленная задача, она довольно-таки интересная и спорная. Она настолько интересная, что нет какого-то четкого понимания и четкого решения по этой задаче. И каждый участник придумывает только что-то свое. И самое интересное, что даже организаторы Олимпиады не знают, насколько будет правильное решение каждого участника. Напомним, «Я профессионал» – образовательная олимпиада нового формата для студентов разных направлений и один из флагманских проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Дипломанты получат денежные премии и льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру, ординатуру ведущих вузов страны, профиль в национальной базе «Я профессионал» и возможность пройти стажировку в крупной российской компании. Дмитрий Беломестнов, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.